Жюри на сцену, бурные аплодисменты! Это был сильный тяжелый круг. Спасибо. И действительно, очень тяжело не только сшить, выступить, а еще сложно выбрать из всех этих прекрасных людей, прекрасных косплееров, прекрасных актеров в душе кого-то, кто победил. Это очень сложно. Вот они так же спорили, между прочим, недавно, буквально полчаса назад. Жюри спорит до сих пор, да, очень сложно было выбирать. Слишком сложно, да. Ну что ж, тогда, пожалуй, мы зайдем с... Нет, с неформата. Мы все-таки решили в этом году поддержать наш великий фестиваль неформатного костюма парикары. Кто помнит, что за парикара такая? Что это? Лучше всех! Да! Что это? Что это? Парикара! И сегодня неформатного косплея! Итак, парикара — это фестиваль неформатного косплея. То есть все то, что можно воплотить только там. С чем вас не пустят на любую другую обычную сцену, которая не подходит ни под один формат. Итак, неформатный косплей, второе место. Крис, на руку. Напомню, что нужно остаться на сцене вместе с нами. Да, только правда, зайти за жюри. Чтобы не споткнуться, не знаю, пропустите. Интрига продолжается. Первое место. Чтобы... Это мой самый любимый фестиваль парикара, между прочим. Парикара — это полная, абсолютная свобода действий, творчества и легкая безумия. Только там вы можете воплотить все, что угодно. Бутылку кефира, елочку, розового Дарта Вейдера. Кто занимает первое место? Star Wars! Где же свежий вы? Сегодня они олицетворяют собой дух парикары. Скорее! Твоих выступлений не видел, но мне это нравится. Косплей Geek Defile. Здесь всего одно место. Только первое, только лучшее. И это Эра Дайкон, Genshin Impact. Зачем диплом? Это лишнее вообще. Значит, подниматься и выступить. Все больше чего. Косплей! Я просто помню, что на первую парикару пришло 30 человек, это были все выступающие. Аниме Forever Татарстан, вау! Итак, мы начнем с одиночки. Третье место. Одиночный косплей-дефиле. Дракошка. Евангелион Алексей. Я думаю, ее образ навсегда запечатлеется во многих наших глазах. Мне
У кого было первое аниме Full Metal Alchemist? Поднимите руки. Да, бывает такое. Одиночное косплей-дефиле. Первое место. Клинок, рассекающий демонов. Ирма! Не закрывайся от того порыва чувств, которые тебе не надо, не надо. Хочу сказать по поводу Cover Dance вообще в целом. Номера были действительно очень крутые, вот, но мы выбрали самые из самых. Вот, не обижайтесь, кто не попал в эту номинацию. Вот, все были крутые, так что всем спасибо. Передаю. Ну, да, друзья, еще раз. Всем привет. Присоединяюсь. Просто кавер-дэнсеров больше в зале. Да, им всем дико интересно, что они там. Прекрасный пакет. Что ж, ребята, спасибо на самом деле организаторам за то, что в это тяжелое время дали нам возможность всем выступить. Я понимаю, всем этого очень не хватало, всем этого очень хотелось. Все вышли, показали себя. Надеюсь, вы немножко себя отляжете. И все будем готовиться к Фениксу. Обязательно. Вот. А теперь переходим к самому интересному. Начнем с одиночного кавер-дэнса. Здесь у нас одно единственное место. И забирает его BTS. Fake Love. Lil Jane. Нет, я просто...
То есть это еще были, да? А, вот еще идут. Да, продолжение группового Риверденса. Первое место. Софткор! Лиза! Участников на фоне увеличивается, и жюри все больше и больше становится ближе к вам. Такое чувство, как будто бы нас объявили мисс мира, все такие сразу плачут. Не знаю, никого не нравится, вы победили! У нас есть еще гран-при, но это после всего. Музыка? Ребята, всем большое спасибо. Это был замечательный праздник. Как всегда, атмосфера праздника, атмосфера веселья и безудержной радости. Я рад, что мы все здесь сегодня собрались. Спасибо большое вам, спасибо большое жюри. Большое спасибо нашим замечательным ведущим. И, конечно же, Тейму. Ты просто космос. Вообще самые супер. У нас есть один приз, который наш один жюри хочет вручить от себя лично. От себя лично вручаю. За трогательное исполнение, которое тронуло мое сердце, а выбирать нужно сердце, как вы помните. Вручается Элли. Сзади пустили волну, волну. Пустили волну. Да, там призами можно меняться, если хотите. Да. Далее у нас замечательный дуэт. Сопрано. Вы тут? Дуэт Ханако! Извините, спасибо. Блестящие костюмы, положливые голоса. Что еще нужно для сцены? Судя по теплым объятиям, еще и добрые-добрые сердца. Итак, первое место в категории «Профессиональный вокал» награждается... Early Hope! Ура! Аплодисменты! Есть первое место в категории караоке. Оно читается как ПСАФ. Есть тут такие? Ку-ку! ПСАФ, мы ждем тебя. Сука, что-то он идет. О, бежит, бежит. Идет, да? Давай, 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 давай. Первое место ждет. Всем спасибо! Мне кажется, такого награждения на мини-фестивале быть не может. Поэтому, скорее всего, наш мини-фестиваль уже давно фестиваль. С самого уже утра.
Уже целая сцена заполнилась, а все продолжаем награждать и награждаем, награждаем и награждаем. Хотел бы сказать огромное спасибо не только всем
всем тем, кто там уже начинает делиться и раздавать друг с другом, там делиться счастьем, радостью, не только жюри, но и всем работникам молодежного центра «Вертолет», который сегодня для нашей радости делали все возможное, чтобы это сегодня произошло. Это, конечно же, звукорежиссер. Это, конечно же, все гардеробщицы, все уборщицы, все администраторы и огромный-огромный, конечно, весь персонал. И, конечно же, сейчас мы просим на сцену директора молодежного центра «Вертолет». Очень трудно после уборщицам брать микрофон в руки. Таймур задал вопрос, кто сегодня впервые присутствует на аниме-фестивале. Я так тянула руку. Я сегодня впервые среди самой яркой молодежи нашего города. И, наверное, не только вам аплодисменты. Ребят, большая честь сегодня увидеть это своими глазами, потому что до сегодняшнего дня для меня, и я уверена, для моих коллег в том числе, аниме-фестиваль — это было что-то из ряда на слуху или прочитать афишу где-то в ярком журнале или в соцсетях. Сегодня мы оказались внутри вашего мира, поэтому с сегодняшнего дня двери нашего молодежного центра для самой яркой молодежи открыты. Друзья мои, я вас всех поздравляю с победами. Давайте громче аплодисменты, отличного вам настроения. Ну и еще раз повторюсь, молодежный центр «Вертолет» для вас всегда открыт. Спасибо. Фото, надо сделать общее фото. Подождите, стоп! Да, кто-то может даже... Так, сюда нельзя заходить, наверное. Теймур! Так? Можете вперед сесть, кто по... Да, давайте к нам все. Присаживайтесь, как говорится. Еще прошу всех возможных, всех, у кого есть смартфоны, телефоны, не знаю, пейджеры, на все, там на часы. Вот я даже на свой телефон, вот, он прекрасный. Друзья мои, самое главное забыла. Вы запомнили, как называется наш центр? Можно еще раз громко? Молодежный центр? Нас можно найти в Instagram mcvertolet.pzn. Большая просьба. И будем рады видеть вас в нашем аккаунте. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну а мы, конечно же, подпишемся на вас и будем в курсе событий каждого из вас. Договорились? По-моему, не договорились. Договорились! А можно мы вас ведущим возьмем в следующий раз? А это будет третий ведущий. Нет! Он не умеет говорить. Готовы? Только весело, да? Раз, два, три. А что вы обычно кричите, когда фотографируетесь? Вот мы кричим мандарины, а вы? Я? Все отлично. 3-4, я. Готовы? Нет? Ня! Можно крикнуть компанию. А, у меня еще со слухом беда. Компания. Я кричим. Отлично. Готовы? 3-4. Ня! Еще можно кричать не груби, там, и всякие еще слова. Ну, не важно. Все хорошо, да. То сейчас, только сейчас скажут, а теперь закрыты все двери. Спасибо огромное. А с вами работали, как обычно, Совушка и Шинтара.